сказать. Вот должны было быть много, много выпускников наших, но, к сожалению, вот не все смогли. Ну, например, вот Рома Воткалинцвит, лауреат многих международных конкурсов, кто-то его видел, он закончил в консерватории два отделения, он и баянист, и вокалист. Он сейчас находится на гастролях в Харькове, и всех он приглашает 2 числа, он сказал, сделать всем контрамарки, он будет петь в опере «Баттерфляй». Поэтому, кто будет в Харькове, пожалуйста, приезжайте, контрамарки. Да, серьезно? Ну, я уже была, но... Но 2 числа надо быть, он будет ждать. Так, и должен был быть еще наш тоже выдающийся музыкант Маняхин Женя, который вчера вечером, он уехал в Амстердам на гастроли, какое-то огромное судно, на котором он будет вот, работать музыкантом, будет играть, и передавал вам всем привет и наилучшие пожелания. Вот. Также должен был быть Валентин Стебновский. Валя, вы помните моряка, который вот здесь вот стоял и рассказывал обо мне хорошие вещи, мне было даже, я краснел. Вот. Поэтому он сейчас находится в рейсе, а пришел его брат, который тоже занимался музыкой, он сегодня будет вам показывать свое искусство. Дальше должен был прийти Сережа Петров, вы знаете этого аккордеониста, который там на фотографиях стоит на сцене. А вот и Алёна. Ну-ка, пока он до него дойдет, это и как раз он и подойдет. С мамой. Да. Сережа Петров тоже хотел быть со своей женой и своей дочкой. Но так получилось, что он занят. Он работает инженером аудио-видеоаппаратуры. В свое время он играл в ансамбле. Из-за этого ансамбля он имел возможность вот поступить в автомобильное дорожное техникум, потому что да, всегда очень много народа, и благодаря тому, что он играл хорошо. И Марк Петрович Штенберг, и я ему показал этого ученика, и он говорит, все, я его беру, будет играть. Вернее, будет заниматься. И он играл. Так, но он вам передал привет. Он сегодня утром вот привез мне вот и Алешина. А я думаю, о ком же я буду говорить, а никого. Мамы нет, и так сказать. Также он приехал и привез мне диск. Он написал песню, сам ее аранжировал, сам ее поет. И, собственно говоря, он эту песню вот посвящает нам. Я думаю, вы просто учите слова, там как раз о нас, это чисто такая детская приятная песня, но там хорошие слова. Про наш класс как раз поется. Вот. Мы ее позже, Алеша нам ее поставит. Ну и, конечно, я хочу сейчас представить вам гостей наших. Я хочу сразу вас вот предупредить, я тут вот написал кое-что, это мне надо... Во-первых, давайте поприветствуем Олега Владимировича Владимирского. Это ведущий наш фотограф, хотел бы поставить, чтобы вас видели. Вы вообще знаете его фотографии в вечерней Одессе, и я надеюсь, что если ему понравится то, что мы делаем, так он тоже и сфотографирует, и напишет о нас в вечерней Одессе добрые, хорошие слова. Вот. Дальше. Я хочу представить вам Павлишину Викторию Юрьевну. Пожалуйста, Павлишину Викторию Юрьевну. Это гордость нашей школы. Значит, я вам скажу, кто она такая. Она преподаватель и руководитель оркестра народных инструментов Одесского государственного музыкального училища имени Данкевича, лауреат международного конкурса. Давайте мы ее поприветствуем и дайте, пожалуйста, ей цветы. Молодежь, цветы! Я не понял, в чем заминка. Давайте. Алина, давай. Дальше хочу вам представить лауреатов городских и областных конкурсов. Я их буду перечислять, но они где-то вот на подходе. Это Поташнер Денис, который вот является диджеем в
Сады Победы. Знаете, во что такое воздвижение? Ну, не все, наверное, знают, но молодежь, знаете? Это когда проводятся... Кому-то объясняют. Да. Так вот, подойдете и скажете, что ты из 11-й музыкальной школы, и он вам поставит все, что вы захотите. Бабыр. Люба. Любы нет, она на подходе. И вот ее брат, видеооператор наш. Они оба занимались, очень успешные ребята, очень талантливые. Они занимались сюда в школе. Всегда, да, получили. Правильно, правильно. Вот сейчас пошло дело уже. Сейчас этих нету. Синюк Катя, иди наша. Красавица, сюда выходи. Ну или повернись, тебе дадут цветы, чтобы вы ее все видели. Она несколько лет тому назад закончила нашу школу, и сейчас она занимается в юридическом университете, правильно? МВД, это будущий прокурор. И так что вы с ней, в общем, как придете, скажете, я из 11-й музыкальной школы, может быть, мало получится. Так. Также ее брат Синюк Женя. Где Женя Синюк? Так, ну покажи, что ты увидели. Так, Кименко Лена, Кименко Андрей нету. Величко Владик, пожалуйста, ведущий оператор Интера. Очень замечательный музыкант. Он тоже в юридической, по-моему, школе занимался. Или... Нет. Где-то я тебя встречал, и ты рассказывал, ты он в КВН играл. А, это было, да. Да. Но он, наверное, за деньги играл, он приходил сюда. Он это очень ведущий оператор Интера, еще чего? УРТ по Югу Украины. Да, вот, пожалуйста. Если что, так, пожалуйста. Все благодаря, кстати, музыкальной школе. Что-что? Все благодаря музыкальной школе. Если кому интересно, могу рассказать. Да, 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 значит. Так. Тех этого нет. Вот, опа, Александров Саша. И Бринюк Юля. Пожалуйста, пожалуйста, вот проходите сюда. Саша, проходи сюда. Здравствуйте, коллега. Вот твой преподаватель, вот, пожалуйста. Значит, да, ну, дайте поцелую. Это все наши любимые ученики. Спасибо большое. Спасибо. Так. Цветы, пожалуйста, Саши. Саши уже вручили. Мне уже дали. Подожди, так ты мне отдал, по-моему. Задать несколько сном о нашем знаменитом ученики. Это лауреат многих городских областных конкурсов, легендарный ДМШ номер 11, закончивший школу по классу фортепиано, кларнета, саксофона, ударный, аккордеон, синтезатор, солист оркестра «Дети Фиделя», всем известный Свидерский Алеша. Пожалуйста. Значит, я думаю, что долго мы не будем на эту тему, как говорится, рассказывать. Мы сразу перейдем к концерту, потому что нас ждет, я думаю, такая большая программа музыкальная. И первым выступает ученица первого класса Алина. Где Алина? Пожалуйста. Алина. А, Алина Лазова. Ну, я не буду по фамилии. Thank you.
идет большой праздник, 65 лет освобождения нашей страны от фашизма. Мы вам сыграем «Темную ночь». Подожди, Саша, извини, дорогой. Так, пожалуйста, идите, дети, сын. Да. Бабушка без ансамбля сказала, не уйдет. Я забыл. Сергей Иванович. Мне все правильно, вы мне напомните. Сергей Иванович. Это называется настройка.
Спытаем. Фильма «Гарри Поттер». Ученик второго класса. Высокий.
поймете, что это лучший ученик нашего класса, который, надо сказать, много занимается. Я должен отметить папу и маму, которые за этим следят. Потому что те, кто хорошо играет, те хорошо за ними смотрят дома. За кем вот из моего класса они смотрели дома, это за Викторией Юрьевной. Никто не смотрел. Но она настолько талантливая и настолько она вот трудолюбивый был вот ребенок, что это просто каждый урок это было чудо, что она вот вытворяла. Это я вам говорю. А все из-за того, кто как занимается дома. Те, кто занимается, те хорошо играют. А кто ничего не делает, те так же. Так что вот такие дела. И я, знаете, уже такая пауза, вот моя любимая жена, она проработала 20 лет в этой музыкальной школе. И поэтому дети, которые, в общем-то, те, кто ее знает, они просили, чтобы она пришла. И я ей сказал, чтобы она перестала мне сегодня готовить кушать, а она пришла на этот концерт, и чтобы вас всех увидела. И теперь, значит, выступает Владик. Значит, он у нас, мало того, что он занимается хорошо, у него, естественно, есть какие-то успехи, вы сейчас их услышите, он у нас еще и композитор. Он сочиняет свою музыку, и в этом году мы его определили на композиторское отделение, у нас тоже есть класс такой. И, в общем, он уже, у него есть целый опус произведений. Но он все играть не будет, потому что мы долго будем здесь сидеть. Он сыграет нам одно свое произведение. А второе произведение я хотел бы отметить это произведение, вот, которое все знают. Его знает хорошо Александров, Саша, он прячется. Да. Сахатырь Лена хорошо его знает. Кто еще? Катя Синюк. То есть это то произведение, вот, которое, в общем, можно так определить, это высота нашего исполнения. Это «Шмелиные буги», если вы помните. Если вы хотите переиграть его, вы можете сейчас, после его исполнения, выйти и сыграть лучше. Договорились? По очереди, только не все вместе. Вот, значит, предоставляю вам Владика. Он сыграет свое произведение и сыграет «Шмелиные риги». Мы не буги сделали, а сделали, изменили стиль. Короче, вы послушайте сейчас. Как называется его произведение? Его произведение? Номер 6, опус 3. Я его спрашивал, я не знаю. Он не знает, мы... Ну, пожалуйста, послушайте. Пошел. Thank you.
сейчас идет тяжелая артиллерия. Но прежде чем пойдет тяжелая, у нас Виктория Юрьевна, она пришла тоже с музыкальным подарком. И этот подарок, и сегодня будет музыкальная картинка, я даже не знаю, танец или что. Это ее дочь сегодня будет выступать у нас на нашем концерте. Кратенько информацию, чтобы да, было пожалуйста, понятно. Да. Настя занимается в отдел педпрактики, есть на отдел эстрадного вокала у нас в музыкальном училище. И песня, которая будет сегодня представлена, она является лауреатом в номинации «Дебют» на фестивале «Звездочка», «Золотой диплом». Чтобы понятно. Самое главное, что с ними работают родители. Вот и я хотел бы, чтобы
после того, как все закончится, чтобы мы поговорили о том, что должны делать родители, как должны относиться для того, чтобы наши дети были талантливы, чтобы играли так, как наши бывшие выпускники. А следующим номером нашей программы идет, так сказать, выступление. Нет, не выступление. Сейчас Сережа Петров, которого вы знаете, там висит аккордеонист. Он вам передал песню. Он вам передал песню. Отлично. Сейчас Сережа нам ее поставит. Это его музыкальный привет. Музыку написал сам, сам стихи написал, сам поет, сам аранжировку делает, поет, танцует, все сам. Поэтому выступает Сергей Петров. Поет он, да. Сейчас вы узнаете его голос. Да. Такая одесская песня. Садись, маму, и поют их мальки в далеких берегах. Подъезжает снова к Приморскому бульвару, встретимся с тобой утром на корабле. Здравствуй, берег, здравствуй, море, здравствуй, верный человек. Распражанный огромный, ты оброжу много лет. Здравствуй, улица такая, забытые друзья. Вот и встретились вместе войдя. Потому что произведение сделано буквально, как говорится, ну, в один раз. Женя на гитаре играет всего. Сколько ты на этой гитаре играешь? Два месяца.
Сколько? 3-2 месяца. 2 или 3 месяца. В общем, это его первые успехи. Поэтому давайте. Вот. Он играл на клавишах, он хороший музыкант. Но сейчас он осваивает гитару. Продолжение следует...
Увиделись мы недавно с ним случайно на свадьбе. Свадьба была замечательная. Такая, можно сказать, богатая свадьба. И, конечно, пригласили туда замечательный этот оркестр «Дети Фиделя», который славится по всей Украине. Они играют на презентациях. Там вот недавно во Львове был презентация «Мерседеса», например. Вот их туда они ездили, и там, в общем, за большие деньги играли. Они играют в садах Победы. Ну, где они не играют? Ну, я думаю, сейчас кратенько ты сам расскажешь. Но самое главное, что на этой свадьбе мы так обнимались, что все думали, что это вот молодожены. Ну, не все догадались, конечно. Но дело не в этом, а дело в том, что как-то пришел ко мне вечером к концу работы Алеша. Говорит, так я соскучил, я вас увидел, вот я такая ностальгия пришел. И мы с ним столько много говорили. Он живет здесь где-то рядом. И он меня провел до самого дома. Я живу в центре города, возле Кирхи. И мне было так приятно. Мы оговорили все и про маму, и про папу, и вспомнили, и что мы только не вспоминали. И, конечно, мне приятно, что в моем классе был он на аккордеоне. Он очень хорошо играл, кстати. Играл, ну не знаю, сейчас мы могу принести аккордеон. Было бы здорово. Да. Так что я хочу сказать, что сейчас, я думаю, мы получим большое удовольствие. Еще раз спасибо маме, я вам низкий поклон. Я смотрю, пришли вот родители Лены и Андрюши, да? Лена. Это Лена. Господи. Леночка, я тебе рад видеть. Но ты так похожа на маму, что одно лицо. Я извиняюсь, но дело в том, что она только родила, поэтому она похожа на маму. И пришла Люба Бобыр, это тоже замечательный музыкант, который, в общем-то, она... Мы с ней очень много сотрудничали уже, мало того, что она была вот тоже в свое время и лауреатом, и ее братик, и мама у них, можно сказать, актриса. И мы с ней встретились, ну, как говорят, вот здесь вот на халтурах. В халтуре мы снимали свадьбу. Я снимал свадьбу, а она играла. И вот у нас был период, когда мы друг другу давали халтуры, и мы часто встречались, обнимались, целовались. И я не знаю, она нам что-то сегодня исполнит, споет, станцует. Может быть, Макс гитару свою подстроит, потому что я на работе сделала гитару. Да? Ну, ты хочешь это сделать, да? Да, ну, Макс, помоги. Ну, там же парень, Лёша. Спасибо, что вы пришли. Господи, вы меня сегодня забросаете цветами. Спасибо. Вы знаете, я хочу от всего сердца вам пожелать долгой жизни. Я вот не знаю, сколько лет прошло, да, в принципе, не надо вспоминать. Да. И очень приятно видеть Викторию, с которой мы сидели. За две партии, как говорится, в музыкальной школе. Сергей Иванович, вы знаете, вот сколько лет прошло, неважно. Но вы такой же молодой, такой же желанный нами всеми, такой же любимый, такой же родной человек. Я знаю, что тот путь, который мы прошли все вместе в музыкальной школе в свое время, дал нам серьезный фундамент. И настолько серьезно, что понятно, что мы когда вышли, каждый пошел своим путем. Кто-то пошел в классику, кто-то в рок, кто-то, ну, как я, например, я больше романсист, но, в принципе, пою на эстраде, и слышите, какие бы связки посажены. То есть бывает, что и по 10 часов надо работать и говорить с людьми, общаться. Но я знаю единственное, что вот тот путь, который мы прошли с вами, Сергей Иванович, он остался у нас в сердце. Это наш серьезный, огромный фундамент, на котором мы серьезно, крепко стоим на ногах. И наши дети, сейчас Виктория не даст солгать, мы частенько встречались в музыкальном училище. Моя старшая дочь занимается на альте в музыкальном училище. А Златушка младшая растет, ей 6 лет, и наверняка мы в следующем году придем опять-таки сюда. И Катюша закончила музыкальную школу по классу скрипки здесь, в этой школе.
Я считаю, это прекрасное будущее для девочек, для мальчиков. Ну, если даже не станут музыкантами, то когда-нибудь в компании просто выйдут, что-то сыграют и тем самым украсят мир. Спасибо, Лена. Призрачно все в этом мире бушующее. Есть только миг, с него видишь жизнь. И есть только миг между прошлым и будущим. Простите, связки подсажены, не могу. Это просто будет не то. Ну, надо подальше микрофон, и будет хорошо. Я, конечно, не хотела расстраивать сегодня вас, но моя семья пережила большую трагедию. 14 апреля скончался великолепный музыкант. Замечательный человек. Интеллигентный, красивый, добрый. Замечательный муж. Мой супруг, мой Виталий. Напарник, да, Александр Палков. Да. Знаете что, давайте почтим его память. Да. Он был замечательный музыкант, мы вместе работали. Давайте одну минутку мы почтим это горе, которое... Спасибо, садитесь. Следующий раз. Потому что я нет. Я понимаю. Я люблю свое петь. Кто-то ты меня ничего не говорил, я с вами поговорю. Но спасибо. Я хочу сказать, что жизнь продолжается. Нам надо жить, нам надо верить, нам надо надеяться. Нам надо всегда помнить о том, что есть этот миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Спасибо. Спасибо, Леночка. Спасибо, Леночка. Спасибо. Да, конечно, грустная такая минутка, но жизнь есть жизнь. Да, ну я и предоставляю вам замечательного музыканта Алёшу Сидерского. Он расскажет о своих подвигах и расскажет, как он занимался в школе. Его все очень любили, он был душой компании, он и сейчас душа компании в этом оркестре «Дети Фиделя». Поэтому он работает под Фиделя. Борода еще плохо растет. Да. Я вам не надеялся. Да, Сергей Иванович великий человек. Это действительно, вот если был бы я архитектором, я бы уже давно поставил бы память. Подожди еще. Ты можешь собрать деньги или имена человека. Да. У меня история с Сергеем Ивановичем началась с ламбады. Да. Первое произведение, что я играл в ансамбле под руководством Сергея Ивановича, это была ламбада, я играл на ударной установке. Да. Уже у нас был электробаян. Да, 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 да. Это было, наверное, первые попытки электрификации класса народных инструментов. Сергей Иванович действительно закладывает огромнейший фундамент для подрастающих музыкантов, потому что то, чем ребята занимаются на синтезаторах, это очень важно для воспитания в себе внутреннего чувства ритма, чувства гармонии. И очень хорошо, что Сергей Иванович вот раскрывает, дает возможность творчески проявляться ребятам и девушкам с самого детства. И вот у меня такие получились, что все мои академические... уроки, да, я сразу как-то игнорировал. Мне всегда привлекало творческий подход, который Сергей Иванович долгие годы культивирует здесь. Спасибо вам огромное. Спасибо, Леша. Вот. Ну, ламбаду я сегодня играть не буду. И ударные установки нет. Вот. Я сыграю для вас композицию, которую я сам написал. Я работаю с разными музыкантами в разных направлениях. Все эти направления эстрадного характера. Вот. И «Дети Фиделя» — это мой основной проект, которым я занимаюсь уже 10 лет. Вот полгода назад был у нас юбилей в «Садах Победы». Телефон. Был большой концерт. И я много сотрудничал с разными московскими артистами. Вот. И вот у меня есть еще одна группа, которая называется «Хорошо». Мы — это джаз, электросовременный джаз. Вот. Мы играли нашу программу на джаз-фестивале в Коктебеле в 2008 году. Ну, вот одно произведение
в котором хочу вам показать необычные инструменты, которые опять-таки в моей жизни появились благодаря экспериментам вот, в области электроники. Еще сыграю для вас одну композицию, которую
не я написал. Thank you.
Алёша каждый день вот репетирует дома для мамы. Соседи выгоняют. Да, мама его видит. Oh,
start child, she's gone. Now just stay home every time she goes away. Счастья вам, любви, здоровья. И еще Вику нашу тоже, пожалуйста. И еще Виктория у нас еще одна сегодня именинница. Если есть Вики, то это всем. Кто еще там Вики? From Birmingham, remember that we're down Alabama. Remember that the way she shaped it things. Remember that what she made me see. Remember that, whoa, Black Betty. Remember that, whoa, Black Betty. Remember that she really get me high. Remember that, you know that's no lie. Remember that she sure looks steady. Remember that, whoa, she always ready. Remember that, whoa, Black Betty. Remember that, whoa, Black Betty. Remember that, whoa, Black Betty. Remember that, whoa. Tuesday she lost on my bell. Friday we were walking. Saturday it was on my door. On Sunday we were walking. Back on Monday she lost on my door.
огромное. Будьте счастливы, будьте здоровы, любите друг друга, не забывайте, откуда ноги растут. Сережа, покажи, откуда ноги растут.